друзья, вот так вот здесь пицца продается вот такими кусочками. Это вот один кусок, он на 4 части сейчас разделен. Вот, в общем, здесь 3 куска. 3 куска стоит 3 евро. Здесь есть по еврику, вот такие куски пиццы есть. Видите, по 1 евро есть. Есть по 2 евро. По 2,5 евро. 2,5 евро. То есть такие разные варианты. Вот, по 3 евро, допустим, тут здесь побольше. Вещи очень хорошо сделано, потому что за 2 евро поесть практически никогда нигде невозможно, кроме там каких-нибудь орешков взять. А здесь же можно вот такой кусок пиццы взять, и все нормально. Наесться. Вот, допустим, вот это за 3 евро. Да. Вкусно, да? Такая поляна за 3 евро. Нормально. Пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Мадриде.